Всем салют из солнечной Доминиканы. Сегодня вам хочу показать мои мураи. Их у меня две. Они относятся к семейству цитрусовых, довольно неприхотливое и очень простое выращивание растений. Здесь вот видите, на своих экранах даже есть ягодки, которые, кстати, можно употреблять в пищу и запросто из них выращивать новые молодые кустики. Кстати, чем я и занимаюсь, хотя не всегда мне это получается, но результаты есть. Сам кустик я стараюсь держать в миниатюрной форме, то есть постоянно делаю обрезочку, формирую крону и хочу в дальнейшем из нее сделать ниваки, это садовые бонсаи. И скорее всего я сформирую в виде круглых сфер. А вот так она шикарно цветет, несмотря на то, что цветочки очень маленькие. Она пахнет сногсшибательно чистым жасмином, и именно под таким названием мне ее здесь в Доминикане продали. Хотя это мурая. Ну а теперь цель моего видео. Вот эта вот молоденькая растенца, которая вырастила из той красной ягодки. Но у нас появилась вот такая беда. Белая штука, не знаю что это. Тут, кстати, вот проклюнулся перчик огонек, не знаю, чтобы на него эта гадость не перекинулась, надеюсь, его это минет. В общем, это белое, я не знаю что, не похоже на белокрылку, потому что оно не летает. Я вот его могу щеточкой или кисточкой сметать, а оно не летит, просто какие-то личинки, не знаю. Здесь же щитовка наверху, и у меня есть такое универсальное средство от трипс, белокрылки и щитовки, с которым я боролась на других растениях. Кстати, на папоротнике было видео, прекрасно помогло. Здесь же, ну, никак не помогает. Поэтому прошу дельного совета и что-то из, так сказать, народных средств. Потому что то, что продается на Украине, в России, в странах СНГ, естественно, не продается здесь, в Доминикане. Поэтому пока я найду что-то более действующее и эффективное, прошу, может, кто-то знает, во-первых, что это, во-вторых, как с этим бороться пока народными средствами. Вот. И вот эта вот белая зараза, извините за выражение, любит селиться именно вот на одеревеневшей части молоденькой мураи. Слава богу, вот верхняя часть, молодые листики, даже бутончики, пока сюда эта зараза еще не добралась. Поэтому, пожалуйста, помогите, скажите, что это. Может, хотя бы я пробью в интернете и буду уже искать средства именно для вот этого паразита. Жду ваших комментариев, советов. На этом все. До новых встреч. Пока-пока. Счастливо.